Храните деньги в сберегательных кассах, если, конечно, они у вас есть. Soviet Union Bank Book. Soviet Book Bank. Такая вот книжка сберегательная. Люди должны были что-то сберегать. Вот. Сведения вкладчиков государства 3% внутреннего займа вам дает. В результате инфляций советские люди, которые хранили деньги на этих книжках, они превратились в ничто. Просто в обман потеряли все.